Итак, парни, я сегодня пришел домой, посмотрел на сегодняшнюю ситуацию, как бы вот в этой, что сегодня у нас получается, у нас игра. Я готовлю сюда два состава, или два, или три состава подготовлю к команде, ну, команду подготовлю в двух-трех составах. Вот на эту игру, которую сегодня у нас производит новая сегодня площадочка, у нас Excel, по-моему, производит, да? Вот сейчас скажу, что я посмотрел здесь тему, да, свой пост посмотрел, да, ребятки поддержали, но хотелось бы сегодня все-таки поддержать тех, кто у нас, понимаете, вот смотрите, вот ниже, посмотрел в темах, да, что ребята хотят, чтобы вступить в какую-то команду, но команд нету. Вот и для вас, наверное, мужики, я вот реально говорю, сегодня датенькие, ну, как бы, знаете, я знаю, сразу я выкинул сейчас сюда, в TeamSpeak я скинул свой каналчик, вот я показать его могу вам, вот он, мой каналчик, да. Это не важно. Я сразу говорю, то, что канал для взвода сделан. Сразу говорю, ребят, не обращайте внимания, что я не пиарюсь, ничего, там, не знаю, видите, подписчики, это 155, это не парьтесь. И подписка здесь, как хотите, жмите подписочку, хоть нет, хоть да, хоть нет, это все-таки. Так, я хочу вас забрать на эту игру. Вот те ребятки, кто хочет именно поиграть в этой игре. У меня TeamSpeak большой, вот сейчас сайт могу показать, да, у меня очень много места в TeamSpeak. И есть ребята, которые хотят играть, там сейчас они сейчас вечером подходят, все, играть они будут. У меня от Руси будут играть 2-3 состава, да? И с вами я их оставляю, у меня капитаны есть, я оставляю их как бы в стороне, они меня знают, они мне доверяют. В любом случае, молодежь, которые хотят, вот именно, не молодежь, а вот мужики, пускай даже молодые люди, у кого есть TeamSpeak, у кого есть связь, давайте все-таки, чтобы вы не обсирали вот именно Battle.log эти турниры, я хочу предложить вам свою кандидатуру в роли, в общем, в роли того, как бы вы знаете, в команду приткнуться. Вот, команду я не предлагаю вступить, потому что у меня набор во взвод закрытый. А вы хотели поиграть в этом турнире? Легко, ребят. Я буду контролировать этот турнир вместе с вами. Я буду вести бой. Если наберется до 15 человек, буду вести я игру. В смысле, назовем эту, ну, назовем наш склад, как мы решим, сам, хоть там, я не знаю, паблик, там, что-то придумаете, или все-таки, ну, любое название, да? И также, если у вас наберется очень много игроков с Battle.log, которые сейчас смотрят за этой игрой, вот, я вам дам еще одного командира, очень хорошего командира, то бишь, еще второй состав, это тоже можно быть, то бишь, сейчас я запилю видос. В данный момент уже более-менее подрезан. Ребят, как бы вы знаете, что я не стремлюсь к репутации к такой, потому что ко мне уже, меня уже знают, мне хватает того, что я имею. Ребят, но для вас все-таки я хочу сделать, чтобы вы вечером пришли и поиграли. К вечерам, когда мы будем играть, да, я буду трезвым, мы поймаем уйму удовольствия, мы сыграем на связи, мы сыграем хорошо, мы еще не то, что победим, это процентов на 90, кстати. Ну, если проиграем, то разделим горечь победы со смехом вместе. Потому что мы не знаем, какая команда против нас выйдет, что решит этот рандом, который сейчас будет предоставлен здесь нам. Но в любом случае, я сейчас доберу и назову какой-то склад. Готовьтесь. Давайте, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 3 число 6 месяца, соответственно. Это у нас 3 июня. У нас понедельник. Давайте в эти выходные, воскресенье. Воскресенье вас ждут TeamSpeak взвода Русь. Вот именно, кто, ребятки, решит поиграть. Сделаем как? Не хочу просто полностью нубасов, ребят. Так что, как бы, давайте так вот сделаем. Я буду смотреть не на КД, а на ОБМ. Потому что к этому больше привык, я понимаю, что такое человечек играет. Или хотя бы адекватность. А по остальному, если вы будете слышать мои команды, будет это командная игра. И мы точно не сольемся, это уверьте мне. И перед этим мы сыграем, потому что это у нас получается только эта неделя. Ну, 7, 8, там 9 получится, не значит. Ну, не буду сейчас точно у нас рассказать какое-то число. Это сегодня 3, если сегодня у нас с пятницы. Ну, добавь 7 дней. 10 число. 10 числа мы, соответственно, возьмем взвод Русь, который известный, сильный взвод Русь. Это мой взвод. Я возьму туда пару команд. Может, мы там даже в турнире встретимся с ними. И что мы сейчас сделаем? Мы с ними просто с вами схлестнемся. И посмотрим, сколько меня слышите. Я буду командовать боем. Я буду вести бой, потому что практика у меня... Взвод Русь поднял я. Я ушел от того, что меня уже устали эти кланвары и все такое. Но все-таки турнир вам интересно. Вам пробовать другие команды хочется попробовать. Главное, чтобы вы должны подготовлены быть, чтобы у вас был микрофон, и вы были готовы и какие-то там принимать такие, вот, например, принял точку А, значит, принял точку А. Все, так это остальное за мной. Я с вами отдельно
пообщаюсь, и как бы все у нас будет. Сейчас я хочу сказать, что готовьтесь 2 числа, записываться никуда не надо. Я вас всех буду ждать 10 числа. Скорее всего, 10, да, получается? Не, пятница, 10, опять же, нет. Давайте посмотрим. Следующее воскресенье. Давайте, ребята, посмотрите сразу. Я лучше другой видос запишу. Сейчас я видос я выкидываю сюда батлог, как бы, потому что я не стесняюсь, когда человек говорит, что вот я выпьемший и все такое. Я даже в Ютубе, я как бы, может, назовите мне как бы пьяным клан-лидером. Вот, у меня есть все-таки взвод, я сам понимаю, если человек, когда даже выпивает, тормозит, то, соответственно, вы делаете какие-то выводы. Сейчас, в данный момент, я вас приглашаю именно батлог, который хочет сегодня поиграть, который ищет свою команду. Зачем искать команду? А, в смысле, вы... Нет, не то, зачем искать команду. Команду ищите вы, конечно. Если найдете хорошую команду, это только вам плюс. А если вы не можете найти команду, мужики, которым по 40 лет, там, или там 25-30, там, я не знаю, там, даже 17-летний парнишка, который не может найти команду, и он хочет где-то поиграть, попробовать свои силы, ребят, вот я для этого вас иду, вам иду на уступки, потому что я не вас отпуск тащу, а вот именно попробовать вместе с вами совершить то, что я когда-то начинал. Вы мне возвращаете, вы меня окунаете в те же самые начала, когда вот я набирал свой взвод. Сейчас у меня уже взвод большой, сильный, вы все знаете, взвод Руси это уже известная команда, но вот хотелось бы с вами и как бы... Даже, может, когда мы будем против взвода Русь, я объясню команде, что мы выходим, в смысле, она уже будет понимать, что вот Багира, ну, он есть клан-лидер, но в любом случае есть у него команда. То бишь мы будем ходить на полных с ними, на полной, это, и подаваться они не будут, ничего не будут, никакие там движения во взводе не будет, что, потому что они знают, что я справедливый клан-лидер. Вот, я, в общем, вас жду тех, кто хотел, что вот, я просто видел много таких этих, где найти команду, откуда ее взять. Да, будет команда у вас, ребят, будет команда от меня. Если вас наберется очень много желающих, батлог просто большой, если у вас наберется человек 30-40, я не смогу в один все тащить, потому что там игра, по-моему, 10 на 10 или 8 на 8. Сейчас не досмотрел, правила тоже читал, но смотрел, но в любом случае, если 10 на 10, я буду добирать 15 человек адекватных, я в TeamSpeak пообщаюсь, мы все это решим. Вот, если у вас будет больше, тогда, соответственно, я вам предоставлю очень сильных капитанов, которые будут руководить боем. И там же будет такой же интерес у вас будет, то бишь, у меня есть капитаны, которые умеют руководить боями, которые вам не будет, это не паблик вам будет, это будет вам серьезная, как бы, вы должны понимать, что это будет те, кто вот ведут бой, потому что это в Руси уже проверенная команда, и, соответственно, не возьмут любого в виде бой. Я вам капитана хорошо поставлю, и все у вас будет, ребят. Кто с Багирой, то, соответственно, желательно, чтобы мужички были, ну, от 25, хотя бы до 40, там, 5, вот так вот. Ну, мы с вами тоже сыграем. Но если молодые, тоже, главное, адекватные. Все остальное, все это будет. Все, я перезаписывать ничего не буду, я никогда это не имею привычку такой. Я сейчас почитал пост, быстро посмотрел, вот, где найти такую команду, я посмотрел там, ну, в общем... Все думают, для команд делается. Нет, ребятки, да попробуем так вот. Попробуем, чтобы вместе с вами и вы поймали кайф. Вам от того, что призовый фонд забейте его сразу. Если мы даже мы выиграем. Да не выиграть мы не выиграем, потому что там сильные команды будут. Но если мы даже выиграем, мы это все передадим даже организаторам, пускай они сервак сделают. Какой-нибудь там такой любительский. Все, всем спасибо за внимание. Еще раз и сори, что Багирыш с вами. То, что я мистер, что не то, что сори с вами, с вами. Багирыш, да, ты сегодня заходит, когда. Когда заходит, взрослые мужики поймут. А, да, а молодежь им, что им бы лишь бы побосрать. Ладно, спасибо за внимание.